Здравствуйте, это программа «Я и мой характер». Каждый день мы сталкиваемся с выбором, обижаться или нет. Мы знаем, что оставляя обиду в своем сердце, мы наносим вред себе. Наверняка есть веские доводы, которые направят нас к правильному решению – прощать. Об этом мы будем беседовать сегодня с нашим гостем Виталием Архиповым, автором книг и публикаций по психологии. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Виталий, скажите, прощать – это слабость или все же это удел сильных людей? Стоит понять, что прощение не означает отказ от собственных убеждений. Прощать это не значит отрицать право на собственное мнение. Если вы понимаете, что вы правы, и вы соотнесли свое вот это представление с библейскими принципами, с божественными заповедями, то вы можете оставаться при своем мнении. Это не означает, что кто-то на вас надавил, кто-то, может быть, был более агрессивным. Или смог сломать нашу волю. Да, кто-то просто эмоционально нас подавил, и, значит, я должен поэтому согласиться с этим человеком, отказаться от собственных убеждений, смириться с мнением другого человека и подчинить себя ему, подчинить его мнению себя. Нет, прощение — это просто решение пойти навстречу этому человеку и пойти направить свое сердце к миру. И поэтому, выбирая простить, мы не просто уничтожаем свою личность, да, или мы как-то теряем свое лицо, теряем свою значимость. Поэтому, конечно же, вот на ваш вопрос о том, что это удел слабых или сильных, конечно же, ответ, что это удел сильных людей. Просто некоторые считают, что прощать – это значит унижаться. Они проводят такую параллель. Для них это одинаковые слова. Наоборот, человек, который решил для себя простить, оказывается большим в этой ситуации. Тот человек, который первым, может быть, идет на примирение, тот, который оказывается сильнее, который внутри себя находит какие-то ресурсы, силы для того, чтобы ради мира сохранить отношения, ради мира где-то, может быть, сделать шаг назад, уступить. Но не потому, что я, допустим, не прав, а потому что я хочу, чтобы наши отношения не разрушились. Скажите, прощая, вот если мы сделаем все-таки выбор прощать, кому мы делаем больше добра? Мы знаем, что простить — это хорошо, это добро. Но прощая, кому мы делаем больше добра? Себе или обидчику? Ну, конечно же, когда мы прощаем, у нас есть приходит такая мысль, что я вот человек поступил ко мне со мной так плохо, а я буду таким великодушным, я буду таким добрым и его прощу. Или прощу его сразу, и он не почувствует, как он плохо поступил. И я сделаю ему столько добра. То есть, и тут вопрос, конечно же, сразу, что как мне воздавать, злом на зло или добром на зло. Вот, и конечно же, когда мы решаем простить, то мы делаем больше всего добра, конечно же, самому себе. Потому что мы не отвечаем за внутренний мир, за духовный мир, за состояние чужой души, да, за состояние другого человека. Но мы несем ответ за себя перед Богом, перед самим собой. Поэтому, когда мы выбираем простить, мы делаем благо для себя. А человеку, допустим, какой-то человек простил, обидел меня, и я выбрал прощение, путь прощения, я прощаю его. Но это не означает, что я смогу как-то коренным образом повлиять на другого человека, потому что мы с вами уже говорили в прошлых программах о том, что это выбор человека, обижаться ему
или нет? Продолжать ему поступать жестоко по отношению ко мне или нет? Продолжать критиковать меня, говорить какие-то, может быть, ложные обвинения по отношению ко мне или нет? То есть это его выбор. Виталий, вот мы знаем, что нужно прощать, но не всегда сразу принимаем правильное решение простить. Что нас может удерживать от этого? Есть несколько ошибочных мнений, которые препятствуют нашему прощению. И одно из них то, что мы думаем, что не прощая другого человека, мы тем самым способствуем, чтобы и Бог не простил этого человека. Вообще есть такое мышление, которое я называю черно-белым. То есть человеку кажется, что если Бог за него, и у него конфликт с каким-то человеком, то Бог будет против того человека, с кем у вас конфликт. То есть, допустим, То есть мы тем самым навязываем свой взгляд, свою точку зрения самому Богу. Да, допустим, вы, Александр, меня обидели, да, а я обиделся. И вот такие люди, на месте таких людей, я бы считал, что раз вы меня обидели, значит, Бог за меня и Бог против вас. И пока я вас не прощу, Бог вас не простит. То есть, несмотря на то, что мы верующие, каждый из верующих даже в обиде может так считать, да, что Бог за меня. Вот он сказал в своем слове, что он за меня, он всегда будет ступаться за меня. И таким образом человек хочет тем, что он не прощает, он хочет обратить внимание Бога на то, что смотри, вот как он по отношению ко мне поступил. Это похоже на то, как на форуме в интернете люди общаются друг с другом, да, и после каких-то высказываний один из участников, да, пишет, что админ, обратите внимание на такого-то человека, на его высказывания, они, может быть, грубые или какие-то, эти высказывания меня обидели. То есть точно так же и мы пытаемся обратить внимание Бога, как будто мы ему пишем или всем видом своим показываем, может быть, в молитвах рассказываем, что обрати внимание на Александра, он меня обижает, поэтому он не заслуживает твоего прощения, он не заслуживает, чтобы ты его благословлял. И здесь можно вспомнить эту ситуацию, когда Петр разговаривал с Иисусом, помните, когда Иисус трижды спрашивал, любишь ли ты меня, Петр? И после этого он сказал, следуй за мной. А когда Петр пошел за ним, то увидел, что не только он следует за Иисусом, но и Иоанн идет. И Иисус видит, что что-то тревожит Петра. Петр спрашивает, что, а почему и он идет? Ведь ты же только меня простил. Да, ведь у нас с тобой только такие отношения. Близкие. Да, такие близкие отношения. А Иисус ему отвечает, что «А что тебе до того?» Так и мы, когда мы прощаем другого человека, или стоит вопрос, прощать или нет, мы должны понимать, что самое главное – это наши отношения, наши личные отношения с Господом. А отношения нашего обидчика с Господом – это его, это их отношения, и мы не можем влиять на эти отношения. Но зачастую нам хочется просто обратить внимание на жизнь какого-то человека, видеть его и сказать Господу, Господь, посмотри, как он живет, посмотри, как этот живет. Нам это все видно, неужели ты не видишь? Да, нам хочется повлиять на отношения Господа с каким-то нашим братом или сестрой. Еще одно ошибочное мнение, которое является следствием первого, о котором мы говорили, что мы хотим, мы считаем, что если мы простим человека, то и Бог его так вот безболезненно простит и не накажет его. А мы говорили о том, что нам хочется повлиять на отношение Бога к какому-то другому человеку. То есть и мы тем самым опять-таки хотим сформировать определенное мнение Бога об этом человеке. И мы удерживаем свое прощение и ждем, когда же человек, вот, когда Бог накажет этого человека. То есть нам хочется всегда контролировать ситуацию, всегда быть тем, кто знает и в курсе всех событий, что происходит, и как-то влияет на это все. Да, и, конечно, вот наш эгоизм подсказывает, что и проще нам будет так, если нас человек обидел, заплатил за это, что-то произошло с ним, да, и тогда мы вроде бы в расчете, тогда мы можем спокойно простить. Но это жестокость, да, это такое, это эгоизм, да, я уже сказал. Вот, и вот многие люди похожи на такие копилки с обидами, и они удерживают свое прощение, пытаются манипулировать Богом, и
они со своими вот этими канцелярскими записями ходят, постоянно туда что-то дописывают. И Слово Божие говорит о том, что мы должны пересчитывать милости Господни, да, и благодеяния Господни, да. Но вместо этого они пересчитывают вот ошибки других людей, они пересчитывают то, сколько их раз обидели. Но послушайте, чтобы вести такую картотеку, как вы говорите, нужно ж приложить недюжинные силы для того, чтобы собирать это все, анализировать, складывать это все, отмечать где-то. Конечно, уходит множество времени, уходит силы, уходит жизненная энергия. То есть человек тратит свою жизнь на то, чтобы вести эти записи, да, и помнить эти обиды. Не дай Бог какую-то мелочь забыть, упустить какую-то деталь, упустить еще одну обиду, еще одну причину для того, чтобы обижаться. Человек полностью погружается в это. И мы уже говорили с вами раньше о том, что когда мы обижаемся, это разрушает нашу жизнь. Естественно, что если все наше время, все наше мышление, да, занято тем, чтобы мы обижались и помнили какие-то проступки наших друзей или далеких людей, которые нас обидели, то, конечно же, у нас не остается ни на что другого времени. Скажите, Виталий, некоторые люди считают, что для того, чтобы простить, нужно просто забыть обидчика, забыть и все. Ну, люди говорят, что я не могу забыть просто, простить просто так. Вот должно пройти обязательно время, там пройдут месяцы или годы, все стихнет само собой, вот оно как-то простится. Или человек молится и говорит, что Господь, сделай так, чтобы я забыл, и все. Но прощение — это не амнезия. Прощение не означает, что ты забыл, и однажды просыпаешься и говоришь, где я? А видя этого человека, ты думаешь, кто это? И ты не помнишь факта. Вот... И вас как будто отформатировали. Вы свежий, новенький диск. Да, то есть как будто ты не помнишь, что произошло и как. То есть, конечно, так было бы проще, да? Но на самом деле в жизни все не так. Мы продолжаем помнить, что это произошло. Но прощение — это осознанное избавление от боли и последствий вот своей обиды. Если мы знаем, что есть негативные последствия нашей обиды, то мы должны предпринять что-то, чтобы эти разрушительные последствия не пришли в нашу жизнь. То есть своим решением мы останавливаем эту прогрессию развития обиды и всех этих последствий. Да, мы останавливаем этот разрушительный процесс, и таким образом мы становимся свободными. Но мы не забываем то, что это произошло. Мы не забываем этого человека. Да, некоторые люди говорят, что я об этом человеке не хочу ничего слышать. Но как только ты его увидишь, ты снова вспомнишь, если ты не попрощался с обидой, ты снова вспомнишь, и вернутся те же переживания, воспоминания, ты вспомнишь, что он тебе сделал, та же боль но вернется. Но все эти переживания, все эти ощущения можно остановить. Ну, да, просто... Мы можем вспоминать о каких-то событиях, но уже у нас не будет такой реакции, у нас не будет уже таких ассоциаций, учащенного пульса или таких же самых серьезных переживаний, которые нам вызывают у нас болезненные ощущения. Да, на самом деле, потому что это прощение — это не ощущение. Прощение — это не чувство. Вот почему некоторые люди долгое время живут в обидах. Потому что им кажется, что наступит такой момент, когда они сначала почувствуют, я почувствую, что все хорошо, вот обида стихла, и все как-то нормализовалось. И теперь я готов простить. Но не чувства первичные, а решения первичные. Сначала мы принимаем решение, что я соглашаюсь с тем, чтобы простить этого человека. И потом на это решение приходят какие-то изменения. На это решение приходит Божья благодать. Мы начинаем по-другому себя вести. То есть решение определяет наши действия. Мы начинаем по-другому видеть все, уже в другом цвете. Мы начинаем по-другому относиться к этому человеку. И, естественно, наши чувства изменяются. Наши эмоции становятся другими. Негатив уходит, и ты
сначала, может быть, нейтрально начинаешь относиться к этому человеку, а потом уже приходят еще какие-то дополнительные силы, и ты уже не относишься к этому человеку с каким-то оттенком вот, обиды, да, с оттенком негативным каким-то. То есть ты уже способен подняться над своей обидой и быть нормальным уже свободным человеком. Ну, это, наверное, сродни тому, как мы в молитве покаяния обращаемся к Господу и просим о том, чтобы Он простил наши грехи. И мы не чувствуем этого прощения. Возможно, есть какие-то переживания, есть и какие-то ощущения, но не всегда это бывает так. Да, мы же принимаем прощение верой. И мы многие вещи, которые Господь нам обещает, мы не чувствуем. Мы не чувствуем, что есть вечная жизнь. Но мы принимаем это верой. Так и во время покаяния происходит, что да, некоторые люди ощущают какое-то умиротворение, да, ощущают какое-то наполнение, да, облегчение, а кто-то не ощущает этого, но это не означает, что его молитва не услышана, это не означает, что его молитва не считается, ему нужно повторять эту молитву еще 1000 раз. Нет, просто нужно принять веру, что Господь услышал твою молитву, и все, начались какие-то изменения. И потом человек уже начинает чувствовать, что жизнь меняется, он начинает видеть факты, как жизнь изменяется, что-то плохие привычки уходят, у него появляются силы бороться со своим, может быть, не очень хорошим характером. То есть все эти процессы начинают происходить в нем. То есть также и с решением простить тоже происходит. Мы верой принимаем то, что мы прощаем, и это приведет уже к изменению. Да, мы делаем решение. И мы как бы верим и принимая это решение, у нас же еще есть какие-то чувства, да, вот нам неприятно. Болезненные. Да, но мы верой принимаем, что эти чувства пройдут. И когда мы принимаем это решение, то постепенно или сразу уходит вот негативное чувство, либо через это будет какой-то процесс, но уже он идет процесс освобождения. Часто бывает, что люди, говоря о других и жестоко осуждая их, на самом деле описывают себя. Ну, есть такой эффект, что человек, осуждая какой-то поступок или какой-то грех в другом, на самом деле осуждает себя. И особенно это видно, когда человек агрессивно настроен по отношению к кому-то, да, и он старается всеми силами искоренить этот грех в другом человеке. Для знающего это означает, что вот этот человек сам в себе борется с этим грехом. То есть если у кого-то нет проблем с блудом, он не будет агрессивно настроен против тех, против блудников. Но если в него есть эти проблемы, человеку кажется, что если я в нем уничтожу этот грех, то тем самым у меня будет победа и в собственной жизни. А возможно, кто-то думает, что я отвлеку внимание и освобожусь от этого гнетущего чувства вины, что я тоже делаю это. Да. Оно не будет мне напоминать об этом. Поэтому люди, часто описывая проблемы, грехи, неправильные поступки других людей, они на самом деле не понимают, что это их собственный автопортрет. Иисус сказал о таких людях: «Судя других, делайте тоже». Я хотел бы также прочитать один стих из Евангелия от Луки. Это 6 глава, 42 стих. «Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в глазе твоем? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». То, что мы говорили, что человек, чаще всего описывая другого человека, да, он не замечает, он не хочет признавать тот факт, что в нем есть эти же качества. Судя из этого местописания, здесь даже показывается, что, видя проблему в другом человеке, на самом деле в его жизни эта проблема гораздо больше. Да, если там сучок, то в его жизни это бревно. И Иисус обращает внимание людей, что нужно прежде всего смотреть на себя. Нужно смотреть, если мы говорим сегодня об обиде, то нужно смотреть, обижаюсь ли я, или когда кто-то меня обидел, нужно обратить и быть внимательным к тому, чтобы это может быть напоминание для нас того, что и я обижаю других людей. Не сразу вот... Что этот человек плохой, я хороший. Не сразу реагировать так, что ух, как он мог так поступить? Да. Как он мог так отнестись? Как он мог это сделать? И как он мог сказать такое обо мне?
а нужно, может быть, прежде всего подумать, вот он так поступил, а как я по отношению к другим людям поступаю? Может быть, я тоже своим поведением раню кого-то, может быть, я тоже обижаю, может быть, людям тоже, глядя на меня, не очень просто, или сталкиваясь со мной, может быть, им тоже очень тяжело. То есть мы, как верующие люди, должны сместить акцент, не просто дать волю своим эмоциям и чувствам, что меня обидели, и я больше ничего не хочу видеть, а даже негативные поступки других людей по отношению к нам, чтобы они могли делать пользу нам, приносить пользу, чтобы мы из них даже какие-то брали крупицы и строили свой внутренний мир. Очень часто нам хочется быть адвокатом, когда речь идет о наших поступках, и надевать мантию судьи, когда кто-то неправильно поступает с нами. Ну да, адвокат защищает себя, а судья имеет какой-то факт, и он пытается обвинить, да, или вынести какой-то приговор. Да? И, конечно же, мы себя оцениваем по мотивам, а других людей оцениваем по поступкам. То есть для себя, когда мы неправы, мы всегда имеем массу каких-то отговорок, причин, плохое самочувствие, плохое настроение, меня обидели в транспорте, сложный год, сложная неделя, сложный день, сложная пятница. То есть мы всегда находим какие-то причины для себя. И даже размышляя вот о своем поведении, мы находим оправдание себе. А когда есть поступок другого человека, мы все те же оправдания не принимаются во внимание. Да, мы только видим факт. Он поступил по отношению ко мне жестоко. Он меня обидел. И все. И мы не способны, большинство людей не способно видеть за поступком этого человека ту же пятницу, тот же сложный день, тот же тяжелый год, то же плохое настроение, тоже, допустим, проблемы самочувствия, да. То есть мы не видим этого и не хотим этого видеть. Мы видим только поступок и осуждаем этот поступок, потому что нам больно. Ну, какие вы могли бы дать советы для того, чтобы мы все-таки стали на путь прощения? Ну, первый совет – нужно остерегаться такой мысли, что я самый лучший человек, что у меня есть такие качества, которых нет в других, и вот это приводит к превозношению, это приводит к тому, что ты, наоборот, теряешь все свои достоинства, и они перестают что-то стоить, если ты думаешь, что ты лучше других людей. Следующий совет, который можно дать, что мы уже говорили с нашим телезрителям об этом, что нужно согласиться, что мы тоже обижаем. Не только нас обижают. Нужно просто честно сказать самому себе: я обижаю других людей. И если я признаюсь в этом, то мне становится проще тогда, когда меня кто-то обижает. То есть я становлюсь более гибким, я становлюсь более мягким. Я, по крайней мере, уже могу понять, что меня обижают, я обижаю. Ну, что сделаешь, да, вот... Такова жизнь. Такова жизнь, да. Но самое главное, чтобы я со своей стороны предпринимал все возможное, чтобы изменяться, чтобы не обижать других людей и что-то делать, вырабатывать в себе какие-то качества характера, которые помогут мне быть менее обидчивым. И последний совет, который я хотел бы дать, чтобы мы не дополняли и не дорисовывали вот те картины, которые есть, появляются в нашей жизни. Потому что мы склонны к фантазиям. Когда мы видим какой-то эпизод, нам хочется развернуть все и разукрасить такими негативными красками. Когда мы просто какой-то один поступок других людей, другого человека, мы его настолько умножаем, настолько негативной краски столько даем ему, что нам кажется... Мы не жалеем красок для того, чтобы расписать эту прекрасную картину, в которой обидчик настолько плох. И мы, конечно же, распишем это так, что люди будут казаться какими-то последними негодяями, да, что они оказываются такие плохие, а на самом деле они могут абсолютно нормально к нам относиться, и какой-то один поступок может быть либо случайным, либо какое-то недопонимание, или может быть, ну, даже слабость другого человека. Но в общем он хорошо к тебе относится. А ты уже в своих фантазиях очень многое додумал и дорисовал. Есть такой принцип, чтобы и принцип такого лидерства — реагировать только на факты.
Вот есть факт, реагируй на это, но не дорисовывай, потому что если есть какой-то отдельный момент, и ты все это дело раскрутил, картину такую огромную нарисовал, то тебе же хуже. Тебе такая нагрузка на твое сердце, такая нагрузка на твои мысли, что... Ты ничем другим не можешь быть занят, ты занят только этим. Да, поэтому не дорисовывайте, не додумывайте, а реагируйте только на факты. Я хочу закончить эту программу строками из стихотворения. «И ты, и я, и президент, и рядовой матрос изо дня в день призваны делать выбор и дать ответ на риторический вопрос. Прощать или не прощать, судить или милосердным быть, попасть в тюрьму обиды или свободным быть. Пусть истина и здравый смысл для вас определят ваш путь. Послушайся Христа и в путь». Это была программа «Я и мой характер». Всегда находите в себе силы прощать. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу».